Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Мемнон, сын Эос и эфиопского царя Тифона. После гомеровском эпосе Мемнон участвует в Троянской войне на стороне Трои и гибнет в поединке с Ахиллом. Согласно фиванской версии легенды, Мемнон не был убит в сражении, и 5 поколений его потомков правили Эфиопией. Одна из 2 огромных статуй, воздвигнутых при фараоне Аменхотепе III, считалась статуей Мемнона. Статуя была повреждена во время землетрясения и с тех пор на рассвете издавала звук, похожий на звон лопнувшей струны. Это привлекало огромное число путешественников, пока император Септимий Север во II веке нашей эры не попытался отреставрировать статую Мемнона, в результате чего она потеряла свое чудесное свойство. Ну так вкратце о Мемноне, сын Эос и эфиопского царя Тифона. Пока-пока, до свидания.